Расскажи мне, почему тебе нравится Celtic Frost? Что мне действительно нравилось в Celtic Frost? Так это то, что в рифах были ноты, которые на самом деле не были логичны. Но играть все равно было легко и напряжно, и там были неопределенные вещи. А потом этот еще взгляд Тома Вариора с таким голосом, как будто у него было 100 тонн неприятностей и какая-то могучая сила, удерживающая его. Когда он пел, такое чувство, как будто у него все время был микрофон, и это звучало все время очень хорошо.